Я проговорила ему: «Коля, ты мне все подсказывай, но хоть и на 100 подсказок один расскажи, что я что-то делаю правильно, просто скажи». Молодец. И у меня такой подъем сразу появляется. Это неправильно. Так и я просьба к мужчине. Нужно попробовать, конечно, такое подсказать. Но на самом деле ты просишь его угодить своей слабости. Это как будто бы допустимо. Я прошу поддержать меня. Все равно это однозначно сводится к тому, что ты просишь его поддержать твою слабость. Но ты должна понимать, если поддерживать слабость, слабость укрепляется. Поэтому это как будто возможно, но в каком-то, знаешь, исключительном, может быть, случае. Один раз где-то как-то могу допустить, что вы такое сделали, то есть благосклонно отнестись к тому, что вы проявите в этом случае. Но будьте осторожны, вы должны всегда помнить, это связано со слабостью. И чем больше вы ждете поддержку слабости, тем больше забросьте идею о стремлении быть сильнее. Потому что вы сами стремитесь быть слабее, ведь эта слабость будет укрепляться, и с течением времени вырастет очень сильное требование в этом отношении, вы можете очень сильно остановиться на этом. А это все зависит от мужчины. Коля, у тебя не особо склонен рассыпать комплименты и бегать цветы дарить. Поэтому с ним вообще. Где сидишь, там и слезешь в этой области. Спасибо. Учитель, к этому же вопросу можно уточнить? А если мужчина обращается с просьбой похвалить его? Нормально сделать это для него? Вот смотрите, если вас просят, сделайте. Но если спросит он, я уже другой ему ответ дам, это будет ненормальная просьба, это тоже все связано со слабостью. Но насколько мне удается подмечать, вы вообще больны в большом объеме этой слабостью. Все ждете друг друга похвальбы всякой, комплиментов, а то и жить не хочется уже. Вы смотрите в другое место, если у вас есть возможность что-то кому-то сделать, это и есть самая главная радость. Не оценка этой радости кем-то, а возможность, где вы реализуете свое желание быть полезным. Вот это и есть самое ценное и важное. Поэтому если вам это уже предоставили, то не важно, как вам на это ответят. Да пусть вас потом в шею выгонят. Ну и ладно, вам удалось хоть немножко частицу радости своей выразить. Ну, грустно, конечно, что так закончилось, но не отчаиваться, не впадать в самобичевание какое-нибудь, глупости не начать городить в своем уме. Сама возможность свершилась, вы реализовали желание быть полезным. Все самое ценное в вашей жизни в этот момент произошло. А уж чем вам заплатили? Вам заплатили тем, чем могли, тем, что было у человека, то он вам и отдал. Ну, был кусок агрессии, висел тут, некому было отдать, он швырнул его вам. Что тоже надо было отдать, а под руку подвернулось только это. Ну ладно, что ж, взяли. Спасибо, спасибо, если надо, еще зовите. Учитель, хочу спросить, понятие очищения души и развития души, это разные понятия или разные процессы? Одно другому помогает. То есть это взаимосвязано, честно. Это разное, но взаимосвязано очень тесно. Представьте себе, душа, это, знаете, как шарик. Вам дали спущенный шарик, он еще не надувался. Это ее основа, которую надо надуть, чтобы он развернулся, раскрылся и взлетел, исполняя то, ради чего он и должен наполниться. Но наполниться он должен благодатью. Но пока вы храните его неумело, внутри шарика набился песок, грязь, всякие там опилки, окурки. Ваша задача – вычистить сначала. Вот вы проникаете внутри его и начинаете выгребать оттуда всю эту грязь. И пока вы выгребаете, вы делаете праведный труд. Делая праведный труд, вы стягиваете священную силу, и она начинает наполнять шарик. Он начинает увеличиваться в размерах, как бы развивается, и потом полетит. Но сначала вы его очищаете. Имея жизнь изначально, вы имели большую склонность двигаться по законам эгоизма и, соответственно, неизбежно замусорили весь этот объем. И поэтому, конечно, прежде всего вам надо приступить к очищению, убрать все лишнее привязанности, не следовать им.
Как только вы начинаете не следовать соблазну, вы начинаете очищать то, что раньше, следуя соблазну, вы туда накидали лишнего. Итак вот, запрещая себе следовать и не позволяя себе следовать за тем, что соблазн вам предоставляет, вы тем самым вычищаете ненужное из своей души. А если очищаете, вы же делаете праведный труд, и сила ваша, которая постоянно оттуда к вам идет, начинает лучше внутри вас собираться. Вы в лучшую гармонию взаимодействия с этой силой вступаете, и начинает вокруг вас формироваться эта сила. Она позволяет благодаря этому вашей душе как бы увеличиваться, развиваться. То есть очищение, это то огненное очищение, которое мы проходим. Огненное очищение, это на самом деле условно очищение. Просто это момент, по которому вы можете зафиксировать, что вы столкнулись с тем, над чем надо поработать. То есть такой маленький значок. Ага, вот оно, вешка, по которому вы определяете, у вас есть слабость. Теперь вы должны посмотреть, с чем она связана, что надо сделать. Потому что переживать можно и по-хорошему, а переживать можно и потому, что защипнули ваш эгоизм. Здравствуй, учитель. У меня вопрос, связанный с природной семьей. Жена встретила мужчину. Он, по ее словам, друг ей, природного влечения нет к нему. И они общаются достаточно давно уже по мобильному телефону, с получаса до полутора часов каждый день больше месяца, наверное. Выяснилось, что у него природное чувство к ней открылось. Я попробовал с ним поговорить и предложил, что общение эти не стоит делать. Но она мне сказала, «Ты что, запрещаешь мне?» Я подумал потом и сказал, «Хорошо, общайтесь. Правильно я сделал, как друг, что разрешил им общаться?» Запрещать ты, конечно, в любом случае не должен. Но если ты попробовал подсказать, что не стоит, вот это, не стоит, не есть запрет, это как подсказка о том, что ты видишь здесь недостаточно правильное что-то. Запрет, это когда ты подходишь и говоришь категорично, нельзя, я запрещаю. Этого не делать. Вот это будет запрет. А то, что ты выразил, это к запретам не относится. Но если человек сам действует и тебя не спрашивает, то можно даже не подходить и не советовать ничего. Тем более именно в той ситуации, которую ты описываешь. Ощущение появилось не так давно, что семьи нет. В принципе, эти ощущения могут приходить мужу? Могут, конечно, прийти. Но говоришь себе, ну и ладно, ну и что, хотя внутри неприятно. Неприятно. Ну да, это то, о чем мы сейчас перед этим говорили, есть моменты, которые действительно могут быть неприятными. Но когда вы через этот огонь проходите терпеливо, вот тогда можно сказать, что огонь очистительный. Но на самом деле, конечно, не огонь очистительный, а то, что вы терпеливо идете в правильном направлении. Потому что очищать может не огонь в таком смысле, а ваши действия. То есть вы не позволяете себе следовать за соблазном. Огонь — это соблазн сделать что-то. И тут вы уже решаете, делать или не делать. И когда вы начинаете правильно поступать, вот тогда вы очищаете себя. Но это ваши действия очищают. А условно мы говорим, огонь очищает. Учитель. Стали появляться такие мысли, которые мужу приносят боль, то есть хочется, чтобы появилась женщина, которая смогла бы как жена ему помогать, раз я ему приношу пока одни переживания. Это желание снять ответственность? Неправильно так думать, неправильно. Не надо так думать. Не допускать таких мыслей, да? Не надо, да, неверно. Вот уже конкретный момент, когда ты можешь спросить, уместно ли такое внутри мысли, поддержать ее и пожелать такое? Нет, это неверно. Я вижу, что он нуждается очень. У меня не получается пока делать так, как я вижу. Ты просто стараешься дальше. Глубоко не погружайся в свое мнение, излишнее переживание в этом смысле никакой пользы тебе не даст. Ты просто еще раз пробуешь оценить, что именно у тебя не получается. Если нужно, с кем-то, может быть, посоветоваться, а как бы лучше вот этот момент сделать?
И пробовать делать то, что пока ты не делаешь, но что пока видится тебе правильным или пока могла узнать как правильное. Правильно ли я понимаю, что когда меня начинает нести, я ухожу в другую комнату? Если чувствуешь, что потеряла контроль, то лучше, конечно, отойти от ситуации, которая разжигает тебя и где ты потеряла контроль. Лучше, конечно, отойти, помолиться, привести себя в порядок. Но извиниться, чтоб человек тоже понял, что в данном случае ты не просто отвернулась от тебе, грубо говоря, плевать, что он там говорит. Ты пошла делать свое дело. Извинись, скажи. Извини, мне нужно сейчас привести себя в порядок, теряю контроль. Все, пошла помолилась. А если некуда уйти, а я чувствую, что если он еще будет говорить, я могу сорваться? Можешь опять попросить прощения, сказать, Коленька, сейчас пока дай мне возможность. А он никогда не останавливается. Мне приходится на минуту закрыть уши, с лица столба и дальше продолжать его слушать. Ты знаешь, получается немножко для него странная картина. Он тебе говорит, ты неожиданно затыкаешь уши и сидишь рядышком с заткнутыми ушами. Я его предупреждаю, говорю, Коль, мне сейчас сложно. Если действительно никак по-другому у тебя нет возможности поймать себя и хоть как-то привести в равновесие, тогда, конечно, допустимо. Дети это видят, и мне больно, что так. Ничего. У тебя другого выхода нет. Пусть лучше это увидят, чем твой срыв. Детям можно потом с улыбкой что-нибудь пояснить. Уши зачесались, срочно надо было их почесать. Я стараюсь быстрее уши открыть, чтобы сил набраться, чтобы смиренно все принять. То есть это допустимо? Да, тут уже нужно учитывать опять же особенность мужа. Он такой упертый баранчик. Я на этом в основном всегда ломаюсь, что всегда прошу. Терпи. Учись терпеть. Это его особенность. Поменять эту. Это столетие требуется. Легче ему тело сменить, чем в этом теле это менять. Все это будет сложно. Учитель, как-то сестра мне произнесла такую фразу. Если бы ты любила, ты бы все исполняла. Правильно ли мне было ответить, что я учусь любить? Ну, как умеешь, да. Может быть, ты и не так любишь, как следовало бы, но это есть данность сейчас у тебя, как и я-то. Ты проявляешь те чувства, какие в состоянии в этих условиях проявить. Но теперь уже не в этом вопрос, а в том, если ты находишься в такой ситуации, как тебе правильно вести себя, чтобы учиться быть другом, учиться быть мамой, учиться быть женой, учиться быть хорошей женщиной, ценной, как надо повести себя при таких-то конкретных обстоятельствах. Вот все это ты теперь учишься постигать. Хорошо. Спасибо большое, учитель.